по кочечкам. Педали начинает чуть-чуть задирать при 29 километрах. Так что все нормально. Как средство передвижения очень удобный транспорт, мало места занимает. Из всего, что я пробовал, это самый компактный. Дома ставишь и абсолютно не замечаешь его. Он стоит в уголочке, там это колесо стоит. И такой транспорт очень удобный. Вот. И получаешь массу удовольствия, катаясь вот на нем. Везде можно успеть съездить. И в транспорт можно, и в метро. Поэтому лучше не придумаешь. Ну вот, отрогаться тоже очень все удобно. Вот одну ногу ставишь, чуть-чуть отталкиваешься, ставишь вторую ногу, и все, и поехал. Просто когда уже большой накат и много ездишь, то это уже автоматически все происходит, и проблем нет. И останавливаешься также, ногу поставил и все. Ну, получается, как на самокате. Все абсолютно точно так же. Вот стоишь, чуть-чуть толкаешься, ногу ставишь и поехал. Все. Ну вот так передвигаемся по парку. Все очень удобно, быстро.